Как избавиться от долгов по суду несправедливо присужденным? Купите мой семинар, называется «Коды Дуйко». Там я рассказываю о том, как можно убрать у себя проблемы, связанные с судами. Также в первой ступени рассказываю метод со свечой, рассказываю метод с хлебом и так далее. Уходи в дождь. В новой ступени, обновленной первой, я даю около 100 разных кодов, которые, используя которые можно убрать, там, выиграть в суде, стать здоровым. Я даже прочитаю вам, что я там даю в первой обновленной ступени. Сейчас прочитаю, какие коды человек получает. Отдать долги, выиграть суд, очищает чакру, увеличивает энергию, выиграть суд, избавиться от тюрьмы, даст благородство много денег, пожизненный высокий достаток, повышение психической энергии, увеличивает энергетические и физические силы, увеличивает доходы от своего бизнеса, накопление денег, обретение красивой местности, внешности, повсеместный достаток, от депрессии и страхов, обретение мудрости, увеличение пси-энергии, повсеместное везение, выигрыш, нравится людям, приумножить любовь, выйти замуж, омоложение, обретение красоты, везение, счастливая жизнь, стать знаменитым, от зла, невезения, обрести любовь, уважение, защита от вампиризма и черной магии, подчинить врагов, обрести известность, обрести везение, выигрыш, обрести талант, обрести высокое положение в обществе, обрести дар целителя, добиться власти, уважения, добиться зажиточности, найти победу, увеличить материальный рост, сделать много денег, обрести высокое положение в обществе, найти клад, найти славу и почет, научиться зарабатывать денег, обрести мудрость, отдать долги, обрести красивую внешность и молодость, обрести пароспособности, добиться омоложения, похудения, от бессонницы, от всех видов онко, от заболеваний печени, всегда выигрывать в суде, преодолеть бедность, успешно выйти замуж, обрести просветление, стать умнее там, и так далее, и еще куча всего. Это все на первой обновленной ступени. Скажите, она нужна человеку или нет? Или это должен все выложить специально для людей, чтобы...